«Ваше Величество, я не видел, как вы вошли. Вы раньше никогда не приходили сюда. Добро пожаловать в церковь». «Ваше Величество, я ваш преданный слуга. Что я могу сделать для вас, Ваше Величество? Может, вы хотите исповедаться?» «Что ты можешь сделать для меня, священник?» «Клянешься ли ты именем Господа быть щедрым и благородным в поступках своих, помогать бедным, защищать слабых, стариков и детей?» «Я клянусь!» «Я пришла сюда, чтобы сделать кое-что для тебя. Сегодня я сделаю тебе такой подарок! Мой дар разрешит твои сомнения!» «Клянешься ли ты никогда не опозорить чести Камелота, защищать своих братьев-рыцарей, а также служить Господу и своей стране?» «Я клянусь!» «Ты узнаешь, наконец, существует ли на самом деле твой бог!» Ха. «Перед лицом собравшихся здесь я провозглашаю, с этой минуты ты рыцарь круглого стола!» «Священник! Священник мертв! Кто-то убил священника!» «Hates to be kept waiting. Be careful with Merlin, Gawain. He's not like the rest of us. He'd rip you apart with his magic». «Vision, don't come back until you have done Merlin's bidding. You still here? What's your problem? What now? You've not seen the warlock yet, I'll wager. As soon as look at you. He might regret it later, but that wouldn't help you. He's dangerous, so don't anger him. He's old, old as the hills. Older, some say. You haven't looked hard. Is inscribed in a strange tongue. Lancelot, Sir Bedivere.
Then dry brown stain. Made of simple stone. It's This looks sinister. Pretty eyes, though, Gawain. Rather like. There's no candle in it. Oh, good grief! Are those for me? Like the porters. I have never seen goldsmiths. Good morning, Gawain.